Бытует мнение, что русские – самая невоздержанная нация по употреблению спиртных напитков. И что русский человек никак не может прожить без алкоголя. Миф о том, что все русские пьяницы, родился не в России, но почему-то хорошо прижился у нас и стал чуть ли не предметом национальной гордости. Часто мы и сами легкомысленно говорим об исторической предрасположенности русских к алкоголю. Однако история России опровергает этот миф. Известно, что в Древней Руси пьянства не было вовсе. Даже вино для причастия привозилось из Византии. Хмельными напитками тогда были сбродивший мед и пиво, причем последнее считалось напитком низким и языческим. Вино же на Руси использовали в лечебных целях, и появилось оно при следующих обстоятельствах. Князь Олег, вернувшийся в 907 году из Царьграда, привез в Киев, кроме злата и роскошных тканей, много разновидностей греческого вина. Заморские хмельные напитки были удовольствием весьма дорогим и угощали винами только почетных гостей. Пили медленно, смакуя, и не более двух рюмочек. Кроме того, виноградные вина почитались лечебными. Излюбленным же напитком русского народа издавна был квас. В летописях 10-го столетия говорится, что квас не только пили, но и поддавали им пару в русской бане и обливались им «здоровье для». Общеупотребляемым квас стал после того, как епископ новгородский Нифонт дозволил монахам пить его, как и мед, в праздничные дни и во время поста, поскольку напитки эти почитались полезными для здоровья. Исследователь старины Прыжков пишет, что питье на Руси не было пороком, разъедающим народный организм. Оно составляло веселье и удовольствие. Напротив, в так называемой цивилизованной Европе дела с пьянством обстояли совсем иначе. По словам Тацита, римские легионеры одерживали победу над германцами зачастую лишь благодаря тому, что последние предавались пьянству. И добычей римского оружия становился попросту пьяный лагерь противника. В свою очередь, римские легионеры терпели поражение по той же весьма неблаговидной причине. Благодаря историческим документам известен факт, что еще в 8 веке Карл Великий вынужден был воспрещать тяжущимся и свидетелям являться в суд пьяными, да и самим судьям настоятельно рекомендовал заседать не иначе, как совершенно трезвыми. Равным образом священникам при совершении таинства покаяния отнюдь не угощать вином кающихся. О процветающем пьянстве в Англии упоминается в исторических документах, начиная уже с VI века, где правитель Гольдес Мудрый был вынужден издать декрет о пьянстве, которое в те времена поразило даже духовенство страны. Злоупотребляющие крепкими напитками монахи тогда лишались ужина. На Руси же пьянство всегда считалось пороком, а злоупотребление спиртным осуждалось и высмеивалось. Если исторически пьянство не являлось отличительной чертой русского народа, как же появилась на Руси водка, которую многие ошибочно считают русским изобретением? Впервые Русь познакомилась с водкой во времена правления князя Василия. К тому времени просвещенная Европа употребляла этот напиток уже более 100 лет. Православная церковь хмельное зелье, мягко говоря, не одобрила, и в народе оно не прижилось. Но чуть позже на Руси стали таки производить водку. А привели к этому печальные исторические события, о которых мы и поговорим в следующей нашей передаче.